Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам пустые баночки октября. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Еще месяц не закончился, но у меня накопилось уже много пустых баночек, и вам будет легче смотреть не так утомительно, поэтому решила вам показать и оставить свой отзыв на пустые баночки октября. Итак, пока я не забыла, по традиции сразу расскажу, что использовала в макияже. Сегодня на мне нанесена шикарнейшая помада по своей текстуре Faberlic. Это новинка недавняя. Это матовая помада в линейке Glam Team HD Color. Шикарно, девчонки, носится. У нее великолепное качество для матовой текстуры. Вот у нас уже похолодало, конечно, еще не морозно, но ветрено, на улице довольно прохладно. И вот я вчера носила эту помаду, пришла домой, и мне очень понравилось, что после носки этой помады губы не сушит, не стягивает, великолепно себя ведет на губах, довольно пластично, наносится тоненько в один слой, дает яркие оттенок. В общем, я очень довольна и могу вам с уверенностью советовать эту помаду. Я вообще больше люблю такие сатиновые, глянцевые текстуры, которые увлажняют, питают губы, но эта помада шикарна. И на мне сегодня оттенок 40-200, это затмение нюда. Очень красиво смотрится, великолепнейший оттенок, вот так он выглядит. Я прям довольна этой помадой, поэтому обращайте свое внимание. Тени у меня из линейки Glam Team зеленая палеточка сегодня использована. И также я сегодня наносила лак, это CC9 в одном умный цвет, тон капучино с корицей 73-57. Очень люблю я этот оттенок, он интересно смотрится, и вы знаете, в принципе, вот с оттенком затмения нюда неплохо гармонирует. Это вот я говорю для того, если у вас есть такая помада или планируете приобрести этот оттенок, то капучино с корицей, тон сюда подойдет великолепно. И еще, вы знаете, я заметила, вот я сейчас использую наш лак от Faberlic и использую кальциевое молочко, и перестала использовать быстросохнущее верхнее покрытие. У меня ногти, в общем, быстро у меня лак в течение суток слетает, а вот без покрытия он где-то до 2 суток стал держаться. Прям вот я это заметила, когда, ну, просто как-то не захотела, спешила и, в общем, не стала носить это покрытие. Думаю, попробую вот так, как будет смотреться. И заметила, что лак не стал так быстро скалываться. Но, во-первых, слоев меньше, всего 2, это кальциевое молочко и лак. Но и вот уже тоже я не первый раз замечала, что с покрытием у меня лак быстрее сходит, хотя с покрытием не так видны огрехи и смотрится, конечно, красиво, больше блеска, больше глянца на ноготках, но вот такой эффект. Ну а теперь давайте смотреть пустые баночки. Сразу покажу вам тональную основу, которой я сегодня тоже воспользовалась. И у меня уже второй тюбик закончился. Первый у меня был потемнее оттенок, я использовала его летом, это был 62 тон, а сейчас вот я доиспользовала 61 тон. Мне очень нравится это тональная основа, и еще вот у нас в розовом тюбике вышло, они шикарные, ложится тоненько, не забивается в поры, не подчеркивает шелушинки, какие-то морщинки на лице, неплохо выравнивает тон, неплохо перекрывает, и вот в этом креме есть масло чайного дерева. Также есть специальный комплекс, который регулирует выработку кожного сала, и кожа не так в течение дня жирнится, то есть она, ну вот, не так быстро жирнится, особенно комбинированная кожа. Я очень довольна этим тональным кремом. Пахнет маслом чайного дерева. Здесь, наверное, ну, может, на один, на два раза я еще довыдавлю с этого тюбика. Но просто, чтобы у меня потом он не лежал, решила сразу вам показать. Также у меня закончился шампунь. Покупала я его больше года назад. Это марка, по-моему, Флорисан, против выпадения, репейник. Есть целая серия, одно время я использовала, он пахнет прям репейником, такого зеленоватого цвета, но я одно время им пользовалась, а потом просто я смывала кокосовое масло с волос. У меня вот, кстати, еще закончилась бутылочка кокосового масла. Это масло я покупала в фикс-прайсе. Сейчас оно там есть по 99 рублей. Производитель — фабрика красоты, Саратовская область, город Энгельс. Здесь его, по-моему, 100
или 150 миллилитров. И вы знаете, масло шикарное, шикарное, великолепно ухаживает. Пользовалась я им нечасто. И вот где-то, наверное, месяцев на 10, на 11, наверное, мне такого вот флакончика хватило. Я достала второй. Вот здесь у меня прям отмечено. Я отмечала, так как у меня еще один в запасах был, чтобы не путать их. И пошла, купила еще один флакончик. Вы знаете, использую я где-то, наверное, 2 раза в месяц это масло на всю длину волос, немножечко не доходя до корней, и где-то вот час, ну можно там полчаса, в общем, как вы располагаете временем, ходить с этим маслом. Затем я смывала вот этим шампунем, так как он идет без СЛС, и вот такие шампуни, они, ну, наверное, лучше промывают волосы, поэтому я использовала его, а затем свой ЛСФ, то есть получается 2 раза промывала. И вот это масло кокоса мне очень нравится, волосы потом, девчонки, блестящие, рассыпчатые, приобретают дополнительный объем. В общем, попробуйте, не пожалеете. Масло отличное, превосходно ухаживает за волосами, поэтому прям вот вам я его советую. Здесь хороший объем и бюджетная цена. И пахнет вот кокосовым маслом. Здесь вот идет, по-моему, даже 100% натуральный состав. Да, здесь вот в составе кокосовое масло. В общем, обязательно загляните в Fix Price, и я думаю, вы будете в восторге, не пожалеете. Прекрасное соотношение цены и качества. Далее у меня закончилась новинка в компании Faberlic. Это гель для душа. Надеюсь, вам не сильно отсвечивает. Это банановый мусс, и здесь вот такая приятная спокойная душка. Вот бывает в вафлях вот в шоколадных такой вот банановая начинка кремовая, вот прям один в один аромат, очень приятный, кремовая текстура. Здесь великолепнейший состав у этих гелей, и я прям очень довольна. Вот поначалу мне меньше всего черничный понравился, сейчас я пользуюсь и черничным, и тоже очень нравится. И вот еще один гель будет у меня в использовании в этой серии. Закончился у меня кондиционер для белья Золотая Органа. Говорила вам, что первый флакончик я просто был очень насыщенный, не могла переносить запах, но потом купила второй, и он уже не такой насыщенный, то есть он тоже яркий, но он уже, то есть меньше концентрации, более приятный. И вот стала для себя, вот как-то думала, что больше не куплю, но уже вот у меня, наверное, это третий флакон, который я использовала, и еще один стоит в запасе. Далее у меня закончилось мыло Джонсонс перед сном. Покупаю такое мыло либо в магазинах специализированных в своем городе, либо в Пятерочке. В Пятерочке часто бывает по акции по 35 рублей с копейками. Мыло отличное. Еще есть такое зелененькое. Я прям последний раз купила упаковку, сразу 6 штучек взяла. Очень нравится. Дальше у меня закончилась сыворотка Bloom 45+. Эта серия идет для активного эффекта лифтинга. И действительно, этот эффект на коже эта сыворотка оказывает. Я ее использовала как самостоятельный крем. Но вот я использовала иногда под эту сыворотку. Еще у нас есть активатор в серии «Легендарный кислород». Там, где максимальная концентрация кислородного комплекса Novaftem. Я очень довольна. Здесь объем 30 мл. Великолепная сыворотка. Обязательно буду повторять еще неоднократно. Уже у меня такая сыворотка была. Приятный аромат, утонченный, такой вот ненавязчивый, туберозы, очень нравится. И еще вот, если хотите лифтинг эффект, берите 45+. Если хотите эффект больше подпитывающий и разглаживающий для кожи, но вместе с тем и вот плотность кожи, тогда берите 55+ или со мной, обе они великолепно. Но вы знаете, вот даже вот это 45+, наверное, еще лучше работает, вот, чем 55+, но это вот на моей коже так. Закончилось у меня 2 освежителя, то есть один это нейтрализатор запахов, можно использовать как освежитель, действительно прекрасно работает, отличнейшее средство, обязательно буду повторять. И еще освежитель закончился — весенние цветы. Здесь такой нежный цветочный аромат, очень приятная душка. Кстати, девчонки, я забыла вам принести из кухни мыло. У нас появилось мыло новое с отдушкой, по-моему, красный гранат. Оно шикарно. У меня одно в запасах, еще одно с новинками я заказала. Любимое мыло. У меня прям, ну вот, наверное, на один день осталось использовать. И что я заметила, что вот, например, жирные вот какие-то, ну вот, налеты на посуде, мыло удаляет даже лучше, чем наши средства для посуды. Великолепный помощник на кухне. От души советую. Сейчас великолепная цена.
обязательно покупайте, пробуйте это мыло, оно классное. И если вы еще не зарегистрированы, то ссылка для бесплатной регистрации в Faberlic всегда есть под моими видео. И у меня еще закончился бальзам для стоп гладкие пяточки. Без него никуда. Здесь 30% глицерина, постоянно использую, очень нравится. Кстати, в новинках заказала серия Love у нас с ланолином. Вот тоже хочу попробовать там какой-то новый крем. Закончилась у меня зубная паста Rox. Покупала я ее в Пятерочке тоже по какой-то акции. Вообще эта паста дорогая, но она была или 139, или 149 рублей. Хороший срок годности, и я решила попробовать. Паста с активным кальцием. Разные отзывы в отзывах на эту пасту. Кто-то говорит, что есть какие-то компоненты здесь не очень хорошие в составе. Но вы знаете, паста работает великолепно в полости рта, поэтому пока была акция, я пошла еще две взяла, понравилось все, и вот очень хорошая паста, поэтому, конечно, я не знаю, как здесь насчет ингредиентов, здесь есть ксилит 6% в составе, но вот и какие-то биокомпоненты растительного происхождения. Сама по себе паста не сильно такая вот ядреная в полости рта, средний аромат мяты, но очищает зубы, она очень хорошо, и длительность свежести дыхания тоже от нее отличная. Не менее достойная паста оказалась эта паста Нуки от Faberlic с ананасом. Она идет как антикариес. И вот эта паста тоже великолепно очищает эмаль до скрипа. Очень классная. В общем, тоже этой пастой я довольна. И мне еще нравится с кокосом из этой линейки. В принципе, вот эти пасты Ноки, к ним просто нужно привыкнуть. А так они очень даже неплохие. Закончилось жидкое мыло с лавандой. Кстати, я такое заказала. Сейчас хорошая цена. Еще одно у меня в ванной тоже на один день, на два, наверное, хватит. И еще флакончик закончился. Тоже часто его покупаю. Любимый мой кондиционер от Faberlic. Это детская серия Baby. Обожаю это средство. Великолепнейшая здесь отдушка. Очень нежная. Такая карамельно-конфетная. Какая-то детская, ненавязчивая. Вот действительно сразу вот какие-то вот воспоминания из детства. Вот сразу малыши вот эти вот приходят на ум, когда вот, ну, очень приятная душка. Я думаю, вы со мной согласитесь, отличнейшее средство, просто великолепное. Дальше у меня еще один гель закончился. Также серия Beauty Cafe обновленная. Это называется лаймовый сорбет. Шикарнейший гель. Он гелевый, не кремовый, но вместе с тем он густой довольно, хорошо пенится, кожу не сушит. Великолепнейший гель. Пользовалась по утрам. Вот в ванну просыпаешься, идешь, принимаешь душ, и вот бодрит, просыпаешься, сразу поднимается такой заряд вот настроения. В общем, отличнейший гель, поэтому тоже, вот смотрите, сейчас я поставила в использование малиновый мильфей и черничный капкейк, и тоже мне не нравится. Закончилась у меня еще одна парочка для волос, это серия Эльсеф. Обожаю эти средства, пользуюсь с огромнейшим удовольствием. Мне очень нравится, покупаю по выгодным ценам также в Магнит Косметик. Вот здесь 400 мл, и цены бывают очень приятные, и 160 рублей за упаковку. Еще если накопить в Магните на карту, вот с продуктов копится, потом списывается, то выходит очень бюджетно. И вот, ну, мне нравится эта линейка, поэтому вот пока буду пользоваться Эльсеф и менять не планирую. Купила я еще Эльсеф с маслами. Там нужно вот где-то один раз в неделю, я два раза в неделю максимально использую, так как все-таки волосы потом, ну, жирнятся. А вот для того, чтобы их подпитать, напитать, то очень даже неплохо. Еще один кондиционер, снова детская серия Baby, точно такой же. У меня вот они как-то быстро расходуются. Далее у меня закончилось средство для снятия лака. Это новая Заря. Здесь деликатный щадящий уход, так как здесь в составе есть касторовое масло. Хорошо удаляет любые лаки. Нету резкой отдушки. В общем, я очень довольна. Бюджетно стоит. Шикарнейшее. Постоянно покупаю и прям вам советую, девчонки. Также у меня закончилось кальциевое молочко. Тоже постоянно я его использую. Очень нравится в уходе за ноготками. Наношу постоянно на него наши лаки от Faberlic. Средство для мытья посуды с грейпфрутом, красный грейпфрут,
любимое средство, очень нравится здесь отдушка. В общем, для меня шикарная. Вот у меня сейчас любимец в любимчиках, это вот это средство для посуды, красный грейпфрут, а мыло красный гранат. Отличное, отличнейшее, и даже вот между собой чем-то похоже. Также у меня из линейки Ля Крем закончилось жидкое мыло с миндальным молочком, одно из любимых, обожаю. Я бы не отказалась от такой парфюмерной воды, очень приятно пахнет. Еще одно средство для посуды, это новинка, это бальзам концентрированный с маслом миндаля, тоже очень приятно пользоваться, но расходуется быстрее. Вы знаете, я купила пористую губку, и вот, ну, больше такие вот, как в насыре, наверное, вот дырочки бывают. Вот с такой губкой хорошо прям пенится, и тогда меньше нужно расходовать. Но для рук очень приятная. И здесь тоже нежная отдушка, вот чем-то с мылом предыдущим жидким, они похожи, отдушки, это очень-очень нравится. Дальше у меня закончилась вот сыворотка, которую я вам показывала, наносила я вместе с сывороткой Bloom, легендарный кислород. В последнее время покупала я, вернее, меняла по накопительной программе по Faberlic Club, но в следующем каталоге будет бонусом за покупки, я обязательно куплю. Отлично работает на коже, подходит под любой крем, усиливает действие крема, шикарнейший продукт. И вот отдельно даже наносила и летом пользовалась, мне очень нравится. Вообще, в последнее время заметила, что я в компании Faberlic больше стала любить вот сыворотки, чем кремы, а на мне они как-то лучше действуют. Также у меня закончилось средство для чистки ванной комнаты, в новинках жду новое. Палетку, девчонки, я так и не заказала, ловила, но ее нет, скорее всего, что либо, я думаю, к концу каталога, либо, наверное, вообще она у нас появится к началу, вернее, в 16-м каталоге уже, пока не заказала. Также у меня закончился любимый продукт из линейки «Легендарный кислород». Это увлажняющий, восстанавливающий спрей. Активный раньше был он спрей-лед. Очень люблю это средство и использую вместо тоника. А также после скрабов, перед масками, в общем, после масок иногда вот наношу на лицо, шикарно работает, тоже мне очень нравится, средство отличное. Еще одно мыло, снова это Johnson's Baby, активно им пользуюсь, я вам уже говорила. Закончилось у меня гидрофильное масло из линейки ICU в вечернем уходе, в вечернем демакияже, это у меня незаменимый продукт сейчас, полюбила использовать вместе с пенкой. Кстати, сейчас у меня пенка Гардерика, и в принципе с Гардерикой тоже неплохо они работают вместе. Еще один гель для душа из линейки Superfood с ананасом. Тоже люблю эту линейку, обожаю. Здесь шикарнейшая формула без СЛС, поэтому тоже великолепно работает, очень нравится. Еще один тоник из линейки Айсиол витаминный. Тоник напитывает витаминами, хорошо освежает кожу, тоже довольно-таки неплохой. Если используете линейку Айсиол, обязательно обратите свое внимание. Еще одно мыльце Джонсонс покажу вам. И далее, что у меня здесь еще осталось, это ополаскиватель для полости рта Сплат White Plus с лимоном, очень нравится, шикарнейшее средство. И последнее покажу вам тени. У меня они, девчонки, осталось прям совсем чуть-чуть, они у меня рассыпались. Это 5693 монотени. И тени для меня, вот, наверное, за последнее время в компании Faberlic по своей текстуре самые шикарные. Великолепно. Я прям, вот у меня несколько оттенков, 4, наверное, еще прям уже там совсем чуть-чуть их осталось, и тоже пойдут в пустые баночки. Как-то показывала для вас свотч, кто-то из девчонок писал, что пройдет срок годности, их невозможно будет использовать. Здесь 2,5 года, они к концу 2018 года были изготовлены, и вот не прошло даже, наверное, сколько получается, 2 года, да, и вот я их использовала, и использовала, прям можно сказать, что прям полностью я попользовалась этими тенями, не выпускала из рук. Очень мне нравится здесь текстура. Она сатиновая, очень деликатно смотрится, очень красиво на веках. В общем, я довольна этими тенями. Надеюсь, что в новой палетке текстура будет такая же. В общем, очень я хочу протестировать вот эту новую палеточку. Вот такие были пустые баночки. Надеюсь, я не сильно сегодня шуршала. Коробочек постараюсь для вас обязательно приготовить. И пишите, какие баночки у вас. Может, что-то у нас общее, что вы из этого покупали, приобретали для себя. Пишите свой отзыв. Всегда очень-очень рада вашей обратной связи. Ну, а теперь говорю вам всем пока. До свидания. С вами была Виктория. До новых встреч на канале.